Рост цен коснулся многих сфер нашей жизни, затронул и обслуживание железных коней. Новые автомобили стремительно дорожают, за ними подтягиваются и цены на подержанные авто, стоимость запчастей и расходников. Что не успели отремонтировать до повышения цен наши подписчики, мы уже знаем. Первые результаты опроса сейчас на экране за моей спиной. В основном верхнекамцы сетуют на то, что не заменили вовремя расходники. А вот какие размышления на эту тему у жителей Березняков, слово Ольге Распономаревой. Доброго понедельника, друзья! Весна превратила дороги в настоящие полосы препятствий для автомобилистов. А ремонт и обслуживание наших железных коней все дорожает и дорожает. А что вы не успели купить до повышения цен на запчасти? А может, чаще решили ходить пешком? Давайте узнаем. Сайлентблок я не поменял, стойки стабилизатора не поменял и масло не успел заменить. Не хотите перейти на пешие прогулки? Нет. Почему? Потому что машина нужна всегда в движении. Езжу много по России. Вы, собственно, ее и не ремонтировали, она старая. Нет, в машине я успел отремонтировать и сейчас ремонтировал. И переходить пока не хочется на две ноги, потому что есть машина. Сильно ударило по кошельку? Да. 50%. Бампер не успел отремонтировать. Бампер разбит. Ну, я думаю, что, наверное, 30% дороже стоит. А может быть, нет. Не знаю, я не узнавал цены. Я поменял машину. Лично мы с мужем до поднятия цен не успели поменять подшипник на нашем Логане. За что и поплатились. Заплатили на 2000 больше, чем обычно. Сейчас ездим осторожно, бережем машинку. А если вы хотите рассказать что-то по этой теме, пишите в комментариях. А мы с вами встретимся завтра на новом мобильном опросе. Пока!